Привет всем! Хочу снять сад, цветы в ночное время. Вот коты нас не покидают. Пришли вот такие котики. Там вот еще котик убежал. Именно в дневное время все-таки не всегда получается вот так вот передать оттенки цветов. Именно камера, она все-таки немножко искажает. Такой вот амарант. Красный хвостатый водопад. Такие вот хвосты. Здесь уже довольно длинные. Такая вот красотища. Очень они длинные. И вот такой вот симпатичный кустик. Вот сейчас иду вам показывать другой куст. Как интересно, ночью у земляники, смотрите, повернуты листочки. Так вот они на всех грядках. Так вот интересно очень. Как бы вверх поднялись они. И другой кустик амаранта. Тоже вот такой вот он красненький. Высокий-высокий. Вот такая вот красотень. И это еще только середина августа. Потом, конечно, он будет еще краше. Такие вот у нас котики ходят. Чужие. Котик, иди домой. Такой вот подсолнух. Красавец. И вот такой вот маленький огород. И вот такие вот бархатцы, как желтенькие такие огоньки. Такая красотища. Вот это да. Здесь пройду по капусте. Такая у капусты листва. Посмотрите, какая классная. Это вообще как будто, я не знаю даже что. Вот так все оказывается красиво ночью. Какая красотища. Котик, иди домой. Такая красота. Мы этого не видим. Вот это, конечно, вот эти вот кустики. Такая красотища. Вот так вот цветут астры. И гелиотроп. Этот, который поярче цветет, где больше цветов, вот такой вот он. Но в центре уже немножко отцветает. Такая вот выросла зеленая ипомея. Клеома в этом году, к сожалению, не цветет пока еще. Ну, такие вот у нее красивые листья. Вот такой вот голубой бальзамин. И рядом розовый. Тоже очень даже вот такой вот симпатичный. И вот пошли наши цинии. И, конечно же, оранжевые в этом году, они, может быть, не такие пышные,
и не такие крупные, но все равно очень и тоже красивые. Но коты, конечно, вообще сходят с ума. Просто сходят с ума котики по нашей лапе. И вот такие вот георгины. И красненькие. И петунии. Может быть, уже, конечно, отцветают они, но все равно тоже вот такие вот красивенькие. И вот такой вот львиный зев. Тоже очень симпатичный. И кариопсис. Такие маленькие желтые солнышки. И вот так вот цветет дурман. Такие вот цветы. Белые. Такие очень большие, крупные. И красивые. Листва. Вот это вот она вообще просто вечно зеленая, наверное. Так вот он расцветает. Такие фонарики. Такая красотища. И, конечно же, бархатцы. Такие вот низкие, красненькие, симпатяшки. Поэтому вот такая вот красота в огороде ночью. Просто непередаваемая. И капуста просто бомбезная. Это что-то нереальное. Каких-то фильмов фантастических. Такой вот огород. Такая вот роса на капусте. Ну а всем тем, кому видео понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. И всем пока-пока!